За парты новой лингвистической гимназии 1 сентября сели больше 1000 школьников. Учебное заведение построили на Сиреневом бульваре в жилом комплексе «Люберецкий». На торжественном открытии побывали министр правительства Московской области Светлана Стригункова, глава округа Владимир Ружицкий и представители депутатского корпуса. Юные ученики волнуются и предвкушают что-то еще абсолютно неизвестное. Новую школу, новых друзей, новый этап в жизни. За детей не меньше переживают их родители. Можно узнать, как ваше настроение сегодня? Хорошее. Не переживаешь? Чуть-чуть. А в какой класс идешь? В первый. Лидия Позднякова привела в новую гимназию двух дочек. Старшая Диана идет в 6-й класс, а ее младшая сестра Софья сегодня первоклашка. Но обе девочки пришли в эту школу впервые. Мы переехали из Москвы в область, и это для нас первая школа. Потому что хочу, чтобы детки знали в будущем языки, и мы делаем упор на языки в основном. Гимназия лингвистическая. В ней дети будут изучать 6 языков. Английский, немецкий, французский, испанский, китайский и японский. Конечно, не все сразу. На выбор. Языки будут вводиться постепенно, начиная со 2 класса. В 1 классе в рамках внеурочной деятельности. И в 5 классе 2 обязательных языка для изучения. На торжественной линейке собрались 237 первоклассников. Малышей, которые только перешли порог школы, подбадривали вокальные коллективы. Детей и родителей поздравили глава округа Владимир Ружицкий и министр Светлана Стригункова. Школьные годы, конечно, это фундамент будущего, этот фундамент закладывают наши учителя. Поэтому я хочу отдельные слова благодарности сказать педагогическому коллективу за преданность этому благородному делу. Сегодня детишки входят в такой мир знаний. Я искренне желаю, чтобы этот мир знаний нашими детьми был покорен. Родителям искренне желаю благополучия, в том числе материального, чтобы вам хватило задора и комфорта для воспитания ваших детишек. Прозвучал заветный первый звонок, и ученики отправились знакомиться с новой школой и со своими классами. Хотелось вам в школу идти? Да. Ну да, я волнуюсь. Ну, отличное настроение. Первый в жизни школьный урок проходит и у Евгении Данча. Родители Василий и Александра ждут в коридоре. Волнуются больше, чем дочь. В школу первоклассница пришла подготовленная. Постарались не только воспитатели, но и родители. Привили интерес к знаниям. Мы купили прописи, я делала все задания, которые в школе. И очень ждала того момента, когда я поступлю в первый класс. Мы пожелаем ей, чтобы она стремилась учиться, чтобы ей нравилось учиться, чтобы она узнавала много всего нового. Мы, конечно, в этом будем помогать. Я думаю, что и школа будет в этом помогать, и учитель, первый учитель, и последующие учителя тоже. Я надеюсь, что все у нее получится в этой жизни. Образование в наше время – это очень важно. Поэтому все в ее руках. Ну а мы чем можем, поможем. Педагогический состав полностью укомплектовали. Как молодые специалисты, так и педагоги со стажем приняли под свое учительское крыло 1103 ребенка. Анна Слайковская, Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.